Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Крис Оборон, и перед просмотром данного видеоролика хочу рассказать то, что я был на кладах и выкопал больше 30 кладов. Окупился я или нет, вы узнаете в этом видеоролике, и на самом деле, хорошая это профессия или нет, вы также узнаете в нем. Ну и плюс вы узнаете, откуда у меня появились вот эти махинаторы, и выбил я их с кладов, либо каким-то другим образом. Честно скажу, я на них не донатил. Желаю всем приятного просмотра, ну а победитель с предыдущего видеоролика на 20 миллионов, вы сейчас видите на экранах. Если хотите также, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал. Также я играю на родину РП Западный округ, здесь есть реферал Барон Корон и промокод Решетка Барон, при вводе которого вы получите лично от меня 8 миллионов. Желаю всем приятного просмотра. На новой графике у меня же еще сейчас должны быть бонусные клады, если я не ошибаюсь, правильно? 10 штук бонусных кладов. Давайте бонусные клады сейчас, ребят, поищем. Потому что мне так кажется, что сейчас что-то навыбиваем, во-первых, потом под пайдей еще залетим, повыбиваем. Клады прям тема. И с них еще и АЗ-шки падают. И АЗ-шки, и подарки падают, что самое интересное. Ля, какая штука прикольная. Трое из ларца стоят друг с другом. Так, давай, что тут у нас? Ну, мотоящик, бронза, нарко. Нарко, блин, как будто не хочется особо брать. Не знаю, во-первых, менты посадить могут, а во-вторых, вообще бесполезная вещь. Не знаю, там хп регенит, там ломки, может, будут какие-нибудь. Ты не экспериментировал с нарко, со всей этой историей не было у меня такого эксперимента. Блин, ну самое прикольное, знаешь, то, что ты вот на клады, когда долго не ходишь, тебе дают бонусные клады. Вот это прям кайф. Их 10 штук, как правило. И они занимают достаточно много времени. То есть 10 кладов найти тоже проблематично, конечно. Ну и после этого, уже когда ты все это дело находишь, все, можно кайфовать. Вот он мой родненький. Так, где же ты есть? Давай, здесь? Естественно, конечно, ё-моё. Единственный плюс, чтобы дало подарки. Хотя бы штук 100. Если 100 подарков, каждый подарок там по 50 тысяч, по 45, условно говоря, да, ну где-то 5 миллионов мы с этого получим. Вот такого вот единственное бы поменьше, потому что эти вот чертежи, они бесполезные, ребят, стоят копейки, сразу говорю. То есть их даже смысла нет брать. Это прям то еще говно. Я помню, раньше их брал, типа, ради интереса, потому что не знал, что это такое. И думаю, блин, наверное, прикольная штука. А их еще дают по 100 тысяч, ой, по 100 тысяч, по 100 штук. Я такой думаю, блин, вот это да, вот это красиво на самом деле. 100 штучек вот этой шляпы мне выпадает. Думаю, блин, как хорошо, возможно, продам. Меня потом висели и все. Подвести? Че? Не-не-не, какой подвести, брат, я клады еще. Блин, единственное, вот еще, знаешь, вот бегать здесь постоянно, типа. Искать вот эти точки. Хорошо, что хотя бы металлик хэллоуиновский. Это такой достаточно заряженный металлик. А если с обычным искать, мне кажется, это вообще жесть. Хотя как-то я помню, раньше искал. Было дело у меня такое. Так называемый, он роллер катается, ему вообще пофиг. Вроде как будто бы роллер быстрее передвигается, чем я. Третий клад. Ну, кстати, пойдет, слушай. Сколько подарков? 18 штук. Блин, как приятно, слушай. Знаешь, вот чата не обновили, но вот он фулл аризоновский, мне кажется, да? На Аризоне же такой же чат. И, блин, вот, во-первых, привычно, а во-вторых, очень даже, знаешь, ну как-то красиво все выглядит, приятно глазам. Потому что раньше чат такой был, ну, мягко сказать, не самый лучший. А сейчас они все это подобновили, немножко тени положили, немножко яркости добавили, насыщенности. Блин, вообще супер просто. Там звуки разные добавили тоже. Так, ну это херня. Тут копейки, в принципе. Не так уж и много. Слушай, джентльмены и АЗ-шки. АЗ-шек, правда, маловато, 10 штук всего. Вот, вот, вот! Не показалось, вон синий металлик у пацана. Что за херня? Не прошло и 1000 лет, слушай, наконец-то нашли. Семейный талон, бронзовая рулетка, материалы. Это. Ну, блин, ради этого я 3 круга бегал, серьезно? Ребят, давайте-ка сюда подарочки по-братски. Это что-то как-то не смешно, ё-моё. Семейный талон, бронзовая рулетка, это вообще копейки стоит. Во, вот она рыба моей мечты, да? Ну. По-любому это она. Еще, кстати, кто-то мне говорил, что если правую кнопку нажимать, вот этот вот ползунок будет меньше, типа, вот сюда куда-нибудь упадет. Или сюда. Но я этого не делаю. Я просто стараюсь по красоте все мутить и все, и не париться. Да, за коины, золото. Пойдет кола крышки. Нормально, слушай, серебро. Ну, блин, все равно ящик Marvel, вот это все. Что, не продано? Так, ну пойдет. Ящик американских звезд, крышечка Эркола. Пойдет. Золото, рулет. Ну, как бы не особо окуп, но пойдет, ладно.
Золото рулетка пойдет вполне. Золото пойдет уж точно, из нее можно голд рулетку сделать. Или там вроде что-то мне говорили, какую-то еще тему можно сделать. Но приятного мало, конечно, не окупной кладик, на самом деле. Ну слушай, в любом случае еще этот, клады есть. На ваш аккаунт зачислено 10 тысяч АЗ. Ты что, реально 2,5 тысячи вдонатил? Не, базару нет, дядь, спасибо огромное. Ля, смотри, махинатора цепь. Успешная покупка, купили цепь махинатора. Че это? Ой, а че, ну погоди. Было 45, стало. Вот такая цепь махинатора у нас теперь. Что она дает? Увеличивает урон. Она анимированная здесь или нет? Не, она здесь, кстати, не анимированная, она обычная. То есть вот отношение получается. А, нет, подожди, она анимированная, смотри, реально махинатор. Вон она, смотри, как переливается. Ля, ё-моё. Бля, дядь, не, базару нет, спасибо тебе огромное. Нихера себе. С чего такая щедрость, дядь? Ты чё там? Валец, с чего такая щедрость? А, я хренею, дядя. Ё-моё. О, кстати, вы получили дополнительный клад 2 из 10. Подожди, стоп, а предыдущее что было? Или типа клады не в цене нынче? 2 из 10? У меня только сейчас начали падать клады, серьезно? Дополнительные. Я думал, они первоначально дополнительные падают. Потому что я же не в 0-0 пришел. Так, сюда. О, наконец-то. Смотри, подарок. Ё-моё. Ну, правда, 10 штук, но тоже пойдет. 3 из 10, пойдет. Есть еще подарок. Вот, это уже деньги. 31 штука подарок. Пойдет. Блин, капец, мне теперь что с этой махинатором этим делать? Сука. Я не могу, блин. Ё-моё, дядь. Не, спасибо тебе огромное, Валь. О, джентльмены, АЗ-шки. 5 золота. Ну, тоже пойдет. Так, сколько уже кладов выкопано? 7 из 10. И сейчас еще пайдей будет. И сейчас 3 выкупаю, еще будут клады, ребят. Ну, сейчас прям какие-то, я не знаю. День кладов, реально. Ой, нихера себе, вот это лучшее, что могло дать. Два материала, одно нарко, два золота. Ошалеть просто. Так. Ну, подарки, семейный талон, бронза. The coin. Подарков 27, пойдет. О, еще и два автоящика, пойдет. Пойдет, ребята. Все, вы достигли лимит в 10 дополнительных кладов. Теперь эта тема пишется мне, то что все. Кстати, видишь, это тоже видоизменили. Начали писать то, что лимит достигнут. И как бы до свидания. Даже по идее особо не было еще, да, у меня уже клады. Вот это да, слушай. Ну поехали, что ж. Ну, о, подарочки, золото. Подарков сколько? 17. Вообще замечательно. О, а, ну это фигня. Блин, крышечки Эркола надо накопить будет на какую-нибудь эту золотую лопату. Но мне кажется, вообще сколько золотая лопата, во-первых, стоит, я даже не знаю. Может, ее выгоднее так купить будет. Но знаю, что она 100 тысяч крышечек стоит. Так, подарки. Крышечек нарвал. Слушай, ну 14 подарков еще плюсы. Может быть, 200 подарков хотя бы этот. Так, чувствую, что где-то есть еще. Блин, ну я же чувствую, есть. Только где? Прям рядышком же, вот. Вот где-то тут. И мало сейчас кладоискателей вообще. Пойдет, еще подарочек. 13 штучек сюда и автоящичек. Пойдет. Ну, видишь, падает. Мягко сказать, такое, конечно. Я уже пробежал, это второй круг получается. Я до сих пор не нашел ничего. Мне кажется, сейчас еще вот этот ластовый клад нахожу и все, ребята. А, вот он. И все, на этом заканчиваем, потому что что-то клады... Ну, конечно, искать прикольно, но я и так выкопал больше 30 кладов, ребят. Мне интересно, сколько я примерно заработал, но я не знаю, я буду это продавать, не буду, пока это дело оставим, наверное, у себя на аккаунте просто. Ой, блин, да ладно. Нарко, блин. Ну, давай еще разочек сейчас пробежим чисто на финальный такой клад уж. Посмотрим, так уж, хватит. Ну, подарки, видишь, как я и говорил. Пожалуйста, еще и 28 штучек. Шикарно. Ну, теперь на этом точно все хорош. Слушай, вон еще выкопали АЗ коины, сертификат, все дела. Надо посмотреть, а сколько я заработал. Ну, смотри, 177 подарков, 6 этих, 27 этих. Нарко было у меня, эти. Ну, как-то так. Не знаю, сколько здесь деньгами. Но вот подарки, допустим, по 50 тысяч уйдут. Это тоже плюс большой. Достаточно. Это неплохо.